Я такая нервная, типа, мне надо сначала... Так, ты слова помнишь, я запустил уже, если что. Слова? Да. Какие слова? А! Только не говори, слушайте, зато мало ли. Ну, мы же не в КС играем, чтобы говорить плохие слова. Ну, согласен, согласен. Ребят, стрим запущен. Я не сам сижу, хочешь увидеть с кем? Собака, резилка тут сейчас будет. И я еблюсь. Ну, обычно никто не заходит на стрим. Так, что там, что-то пишет? Мне? Че? Ребят, стрим начинается с кровати, а заканчивается на столе, так что все нормально, вы не думаете. А что, уже стрим запустил? Да, я же говорю. Что они там? Ох, что они там. Главное, что мы тут. Нас слышно, алло? Да, вы это слышно. Привет. Привет. Привет всем! Я подожди. Я не думаю. Зачем тебе об этом думать? А чё? Ну не надо расслабиться. Ну, блин, тут стоит всё такое странное. Надо её расслабить, чат. Не надо её расслабить, она волнуется немного. Понимаете? Надо девочку расслабить. Расслабляйся, всё нормально. Давай, расслабляйся. Ну, давай. Всё будет нормально. Ну, какое-то винишко взять. Винишко взять? Ну? Расслабляйся. Странная картина, да, пацаны? Я сам в шоке, но если вы думаете, что мы тут только ради массажа и продолжения картины, то вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Я сейчас посмотрю, сколько у вас насыпало. В принципе, мы тут не ради дивана. Так, я сейчас смотрю чат, звук перебит. Ну и микрофон перебит. Сейчас я, ушел, да? Сейчас я посмотрю. Алло, 1, 2, 3. Это не звук, Пергит, это объектив, блядь. Это объектив, ёбаный снич. Так, ребят, всем привет. У нас немножко эхо, я закрою дверь. Да. Я думаю, что, может, мы уменьшим так эхо. Всем привет, меня зовут Злой. Сегодня я решил сделать для вас экспериментательный стрим. Мы будем рисовать членом на этом полотне. И мне в этом поможет Лена. Держать. Нет, ну учить. Учить. И это Лена, она... Что? Что ты говоришь? Она немножко волнуется, вы не бойтесь, не переживайте. Она немножко волнуется, не волнуется, все нормально. О, все. Она тоже стример, охотник. Лена Лапина. Оригинальная. Фамилию ёбуловник. Во, блядь. Кто делал так в 2013 году, лайк. Под стрим. Убери пердеж. Мне надо убрать автофокус. И классно ты. Охуенно я убрал автофокус. Ты просто взял, сфокусировался на свою татуху и все. Ебать, у тебя, конечно, штрих-код. Ебать, ты, конечно, переживаешь. Так, вот, нормально видно? Я уберу автофокус. Потому что вам будет слушать звучок, нам звучок не нужен. Ладно, это шутка, никто тут членом рисовать не будет. Камера, да, смотри туда. Дело в том, что Лена говорит, что она умеет рисовать, а я всегда хотел научиться рисовать, потому что у меня отец рисует. У меня отец рисует, кстати. Серьезно? Да, он, мама. О, сейчас ему, кстати... А в какой технике рисует? В технике правой руки. Я ебу, что ли, я что? Ну мало ли, блин, сейчас я... отец твой. Сейчас, подожди, я хочу... Я хочу вообще показать, как мой отец рисовал. Я немножко люблю менять темы вообще. Я маме позвоню, ты не против? Не против. Поговоришь с ней? Давай. Скажу знавистку или стримлю. Шутка. Мама говорит. Просто он умеет рисовать. Алло, мам. А ты дома? А можешь мне скинуть старые папины рисунки, я каким-то малювал в Еше? А можно я тебе в Телеграм скинуть, будь ласка? Давай. Так вот, и мой отец умел рисовать, а я никогда в этом таланта не проявлял, ну, потому что я у мамы немного пошел, вы, наверное, сами видите, как я насыпаю грязно, как мама. И я решил немножко научиться, так что, что мы будем делать? Ну, мы сегодня будем рисовать в двух техниках. Расслабься. Это будет абстракция. Расслабься. Да не расслабься, что ты меня тут рофлишь, плюс меня. Ну, короче, будет две техники, мы будем нюхать спирт. Нет, да? Нет, мы будем рисовать.
рисовать спиртовыми чернилами, спиртом тоже, кстати. И да, тут ты еще надыми. И будем жидким акрилом рисовать. Короче, будет. Короче, мы можем. Есть тут что-то, чтобы показать, что получится вообще примерно? Или лучше им не показывать, а показать в итоге? Лучше. Ну, они сейчас расстроятся, если я им покажу выкрас. Короче, ребят, я в этом нихуя не шарю, но мне пизда как интересно. Но для начала мы не можем рисовать так, нам нужно раздеться. Ну, ой, точнее одеться, бля, я перепутал слова. Одеться? Да. Ну, на тебе классный костюм, я не знаю, какой там. XL. XL, у меня тоже. У меня будет размер тоже XL. Ну просто я в охуенном луке, на ноготочки не хочу попортить. Как тебе мои ноготки? Да, ноготки охуенные. Мне нравится, когда у кента ноготки? Ну, такое видела еще раньше? Да, ну, это странно, но мне нравится. Ну, типа, да. Это прикольно. Ну, это неприятно. Мне реально. Можешь подержать, потрогать. Обнимай, боже. А тут-то? А тут что? Что там? Там уёбывай или убывай? Уёбывай. Давай мы друг друга будем одевать. Давай я тебя одену. Давай. Помогу тебе с этим. Тут написано сзади, что на голое тело надо. На голое? Да. Ты уверен? Да. Я ж могу. Пожалуй, остановимся на этом. Так, сейчас я тут. Раскрою все. Не, ну, блядь, а что? А как его? А что это, блядь? Ну, типа сюда надо. Сюда на ноги встать. Нет, не так. Нет. В смысле? Это так. Ну, мальня у тебя на голове. В смысле? Это для головы. Я не понимаю. Да что ж ты будешь? Нормально. Стой, я перепутал, на самом деле, я перепутал. Помоги мне. Можно мне помочь? Спасибо. Ты меня уже раздеваешь? Ну, типа так. Учитесь как надо. Так что, ты будешь меня одевать или раздевать, я не понимаю. Ну, подожди. Сначала надо, короче, засовывай ноги. Я помогу тебе в этом? Подожди, а если я захочу писать? Придется снимать. Мне надо побежать сейчас пописать тогда. Ну давай пописать. Ну это как-то странно. Это очень странно, но типа, но работа требует жертв. А, не так? Ну типа того, да. Еще есть бахилы. Подожди, а на голову тоже надо? Ну, на голову, я думаю, не стоит, да? Не надо на голову. Главное, чтобы одежду покрылась. В нем жарко. Жарко? Да, в нем жарко реально. А может кондиционеры? Офай нахуй. И открываем окно. Просто если в нем ветрили жарко, то я не хочу быть потным. А я поссать. О! Ты пообщаешься с ним? Да, давай. Расскажи ему, что типа надо делать. Это художняя фирма, да. Типа вы не думайте, мы тут не трахаем. Я одну минуту. Я чата не вижу, что ну ладно, я расскажу. Ну что вам, ребята, рассказать? Мы будем рисовать в очень интересных техниках. Достаточно дорогие и новые техники. Картины будут зависеть от процесса создания. Но я так понимаю, если мы будем жестко тут пиздеть, то нихера путёвого не получится, но будем надеяться. Так, а рисовать мы будем всякими вот такими штучками. Это типа спиртовые чернила. И реально спиртом. Это спирт 99%. Воняет. Так вот. Да. И так... окно открывай, наверное. Давай. Потому что будет, если в них жарко будет, а я не хочу, типа, я только с душа. Типа, просто если я спотею, нам придется идти в душ. А вот душ тут маленький для двоих. Главное, что есть. В тесноте да не в обиде, как говорится. Слушай, я с тобой комфортно, типа. Со всех приколов есть выход. Окей. Помочь? Конечно, типа, я же первый раз в такой грязюке. Ну, может, не рили, что мне надо? Ну, шорты надо было кида одеть. Ну, я тебе говорила. Шорты, да? Солой ножку. Маликальмуки ёбнешься. Ой, да. Я люблю, когда за мной ухаживают, если честно. Это очень мило. Ну, за мной мало.
мама-то ухаживает. Максимум, что... Ну... Первая нога есть. Блядь. Попробуй их перекинь, мне крепатура, у меня так очко болит. Очко, блядь? Да, пиздец. А что ты очком делаешь? Я приседал, я очень много приседал, и мне так тяжело садиться вообще. Артур, от приседания очко не болит? Нет, нет, я делал вот такие штуки, вот, вот так, раз, потом два, и очень быстро. Короче, кроссфит у меня был грязный. Короче, геморрой. Не-не-не, да не именно, вот, блядь, слушай, оно не налезет. В смысле не налезет? Я очень сильно раскачался, помоги мне. Я очень сильно раскачался. Смотри, это же Excel. Блин, я очень сильно раскачался. Я тоже не нашла. Ты что, мать не жмёт, ты что? Да, и пи-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 
запачкать. Чтобы не запачкать педали, потому что крути педали, пока пизды не дали. Перемещаемся на диван. Немного. Ох. Бля, я не люблю бахилы. Знаешь почему? Потому что у них очень жарко. Так, да, блин, они выглядят как полные панцы на самом деле. Так они еще и полностью не покрывают педалями. Ну, пробуй вот сделать вот так просто. Не получится. Их очень жарко, да, бахилы? Да, блин, а в этой херне тоже как-то так. Тебе душно? Ну, душно немного. Но я вроде... Да, не один, все-таки я не вырубила этот кондиционер. Вырубай его, да, потому что мы тут сгорим с тобой вместе. Ну, только зашел, говорит, что-то тут холодно у тебя. Нет, просто если мы начнем носиться тут, то это на стриме... Так вот. Я надеюсь, перчатки на тебя не маленькие. Перчатки, а нужны, чтобы маник не... Ну, видишь, у меня с ручкой. Она вся грязная, но маник... О, а я... Меня называют маник. Только что маник сделал. Я знаю, что с ней надо делать. Маник? Блядь, ебать, не, они маленькие. Пиздец. Они даже на меня похожи, маленькие. Они очень маленькие, слушай. Я как бы... А белые перчатки? Нет. Ну ладно. Просто я хотел бы краской их разрисовать. Ну типа, посмотреть, ну, на краской там. Типа. Ну что, потом ручки спиртом помоешь, может смоется. На сиськи смотрите. Нет. Ты на мои сиськи смотрела? Хочешь подробнее? А что, нельзя посмотреть? А почему такая дилемма, типа, когда девушка может трогать чела за руку, а чел не может? Бля, не. Неравенство. Неравенство? Да, такое. Я сейчас осуждают буду. За что? За то, что неравенство. Не, ну мы типа ничего против этого не имеем. Я за вас только что потрогала, даже не спросила. Надо было твое активное соглашение. Блядь, у меня руки, они очень на тебя, посмотри на них, блядь, у меня как руки будто напухли. А ты можешь вот так сделать? Ну. Посмотри, блядь. Ценой. Покажи мне, как правильно надо натягивать. Надо было смазать, Артур. Ну, извини, у меня опыта в этом немного. Почему? Ты что, на сухую обычно одеваешь перчатки, да? Нет, просто там всегда все мокро. Так вот, окей. Нет, мы начинаем, наверное, да, рисовать? Да, мы начинаем. Так, это что у нас? Снимай одежду. Что это у нас такое? Это панель ПВС, пластик, короче. Пластик, на котором мы будем рисовать. Просто... Обычно они утепляют окна. Да, мы будем на нем рисовать? Да, да. Мы на нем будем рисовать. У меня ногтей нет, я не могу, блин. Блин, ну, нет, не хочу. Нет, все, мы сдираем. Бля, я люблю руки в банку сдирать. Подхай, блин. Будто бы сайфу она только снимает. Нет. Да, нихуя себе планшет. А сложная вообще процедура рисования? Или так, лайтовая? Типа, вообще вот, какой-то любой чел с чата мог бы освоить ее? Мог. Мог, но воплотить это сложно. Что это... получилось что-то лютое, да? Да. А как мы поймем, что получилось, ну прям пиздец разъем? Ну тебе должно нравиться визуально. Я могу описать то, что мне нравится визуально. Ну мы сейчас будем скипать вместе. Ну типа, ты меня будешь учить. Короче, мы будем сейчас просто здесь делать всякие разные формы, разных цветов, которые тебе нравятся, и ты нравится. Хорошо, и... хорошо. Окей, у нас есть готовая поебень, вот это. Да, надо ее протереть спиртом. Сейчас я возьму. И выпить. Спирт? Нет, тогда... Ну, ты, если этот спирт выпьешь, то... Это метиловый или этиловый? Это изопропиловый. А, тогда, это... пожалуй, мы будем только им протирать. И вообще, ебануться, это что, блядь? Я думал, это вот маленькая хуйня. Нет, это не маленькая хуйня. Тут 3 литра 99,9% спирта. Да, и это он так... Жалко, что во время стрима нельзя протирать все полотно. А у меня руки пахнут спиртом, будет? Не, он выветрится.
Вот так просто протереть, да? Да. А зачем? От пыли, от грязи лишней, чтобы... Блядь, тогда меня придется стирать. Тут одна штучка какая-то застряла, но я ее снять не могу. А не могу. Я вам съебался. Стаканчики возьмем, мы будем разбавлять красочку в стаканчиках. Какие цвета тебе нравятся вообще? Черный. А кроме черного, какие? Белый. Блядь, ну ладно. Ты хочешь черную картину? Может, красного что-то добавим? Как месячник? Ну... Смотри, окей, мне нравится синий цвет, ага. Красный, ага. Черный и немножко оранжевого. Оранжевый. Типа. Да, только ты скажи, будет ли это нормально смотреться с твоей точки умения. Она просто выкупает, как рисовать, я не выкупаю нихуя. Мы можем сделать оранжево-красный. О, Айкос, блядь. Это очень концентрированная штука. Бля, а я курилку не достану свою сейчас? На твоей курилке будет потом вафли просто. Вафли? Да, грязная будет. Смотри, у меня есть еще красивый такой бордовый, даже вишневый. Давай, давай, давай его тоже. То давай, может, вот эти. Это что такое? Это спиртовые чернила. Не, я понял, а цвета какие? Нихуя не вижу, одинаковые цвета какие-то. Красный, вот чисто красный и винный. А синий? Синий, если хочешь синий, вот есть такой аквамарин, он такой более зеленоватый, есть фиолетовый, еще вот синий. Такой синий, видишь? Вот этот лучший. Давай, наверное, может, вот этих, этот. Может, этих три возьмем? Давай эти три, да. Вместо красных. Да. Супер. Сбалтывай. А подожди, а все синим будет? Не, ну лучше, чтобы оно было в одних и тех же оттенках, либо в оттенках, которые сочетаются. Например, вот есть такая тема, круг цветовой. Я знаю, да, его, вот, я видел. Есть, типа, например, ну, разные, цветовой круг Итана, то есть по нему можно вычислить, какие там два цвета сочетаются как в одежде, так и в интерьере и так далее. Вот я стильно одет вообще? Вот полностью черный. Ну, типа, вот синие, оранжевые, черные. Типа, красному, например, да, более подходит не синий, а более такой, ну, зеленовато-синий, знаешь, такой вот холодный. А, то бишь я лох? Нет, че лох, ну, нормально же смотрит. Да? Да, вот же синий. А к синему знаешь, какой цвет подходит больше? Больше подходит оранжевый. Но... К синему оранжевый? Да. Ну вот, оранжевый, так синий. Это оранжевый? Боже, да, я это уже... оранжевый. Я уже слипень, походу, пипец. Оранжевый, синий и синий, ебать. Ну все, ты на стиле, чем? Ебать, я хуй моржовый. Ну. Так, а я сильно его сболтывать? Вот так. Тут звук такой еще прикольный. Скажи. Так, мы берем 3-4 стаканчика. Один стаканчик будет для... Вот разбавитель у нас для чернил есть. Будем, блядь, прозрачные просто добавлять. Что ты ржешь, блядь, не ржи. Окей. Тихо. Ты такая строгая? Я очень строгая. Особенно, когда дело касается рисования. Я люблю, когда мне на лицо садятся. Честно? Так, это слишком быстро было. Ну, короче, так вот, какая-то... Если какая-то девушка нравится, то ты сразу это говори, и она, я думаю, твоя. Да? Не нравится это? Ну, это типа не а так... А тебе нравится? Ну, это не так, как нравится, как более, типа, знаешь, типа, это как знак, что типа... Знак? Ну, вот, типа, смотри, вот... сидушка! Вот, типа... Сидушка, присаживайся, нету места, садись, да, типа? Ну, типа, тебе пацан говорит, сядь мне на лицо, и ты такая... Типа, ну как девушка делает, ну нет, ну так же как и. Ну ты понял, короче. Так, ты точно рисовать меня сюда позвала? Я не понял. Ну, рисовать... слушай, а кстати, рисовать пенисом это тоже абстракция. А мы можем это сделать? На Твиче? Ну. Или на других стриминговых платформах. Без Твича. Короче, держи, открывай. Окей. Сейчас ты салфетку. Мне руки трясутся, потому что ну, они устали очень сильно, я только сегодня потренировался. Да я говорю, вот. Так, я хочу. Почти только сюда ставишь. А если я себе волосы ёбну, нормально будет? Цвет останется? Вот эти? Да. Ну ты как минимум себе оставишь ожог. Пожалуй, клёвая идея. Так, я... И что дальше? Так, добавляю вот так вот, смотри, повторяй за мной. Вот так вот и разбавляй. Это тоже спиртом? Блять, я проебал крючку! Блять, вот так ну, вот. Я всегда такой уебок. Нормально? Давай еще. Еще?
Еще. Да, давай, чтобы он был насыщенный. Угу. Разбавляю все. Да и какая неряха. Нормально. Так. Сейчас я это закрою и вот сюда добавлю. Покажи. Разбавлю. Нормально? Да, насыщенный. Так, а второй вот этот, да? Вот этот. А вот этот? Вот этот я уже добавила. Точно? Да. Какие-то они все на один цвет. Ну, на полотне это не будет так выглядеть. Так, сейчас, видишь, тут пятнышко осталось. Мы их сейчас уберем. Да, ну, обязательно. Перед тягой. А много надо? Посмотри. О, достаточно уже. А из-за того, что я больше добавлю, типа, этой темы, то цвет может измениться? Ну, насыщенность будет меняться, ну, то есть ты как, ну, разбавляешь краской, там, типа, каким-то... Это как что? Девушка и внимание мужчины. Типа, чем больше ты даешь, да, тем она темнее, и что тебе нахуй? Почему так? Неправда. Смотря, это зависит от парня и от девушки. Понятное дело, если, типа, тёлка, блядь, ну, как тебе объяснить? Ну, тут разные ситуации бывают. Я не называю девушек тёлками, я их уважаю. А, да? Да, все девушки, ну, типа, я называю девчонки, там, подруги. А, поэтому меня ты научили... говоришь, они тебя читают. Да, я даже если, ну, вот будет изменять передо мной, типа, девчонка, я буду говорить, ну ты, мерзость, и уйду. Ну, блин. Уйду в другую комнату. И буду ждать, пока она выйдет, чтобы пойти с ней погулять. И с нами чел выйдет, мы вдвоем пойдем гулять. Окей, что дальше? Мы готовы, в принципе. Что, разливать? Да, мы сейчас будем по чуть-чуть разливать, я сейчас больше этого добавлю, чтобы было. Так. Ты готов? Понюхать можно? Понюхать. Да, ваше здоровье. Пожалуйста, только не падай по обморок, хорошо? О, ебать, Вася, ты шо? О, ты шо, но пробирает до костей, мне аж яички начали трястись, блядь. Это запах, очень жесткая хуйня. Запах такой, типа, как будто бы это какая-то жидкость для снятия лака, скажи. Ну, запах не из приятных, лучше рыбки какой-то. Выбирай, ты хочешь какую картину себе, горизонтальную или вертикальную? А я предлагаю, даже не себе, я предлагаю, если мы охуенно нарисуем. Кому-то подаришь? То мы подарим на, как-то можно в РЛ стриме кому-то из подписчиков. Просто кто первый меня найдет, я ему подарю эту картину. О, давай, классная идея. Супер, да? Только мы адрес, конечно, говорить не будем, но это типа она высохнет, я что-то придумаю, чтобы кому-то ее подарить. Чат, какая вам идея? Реально. Ну, кто с Киева? Пиздатая полотно. Мама? Мама скажет, ты что, чудовищко, что ты мне подарила, она что понимает в моде. Так вот. В смысле, твоя мама вроде классная. Мама классная, да? Я видела какие-то нарезки, типа, у нее такая была классная футболка со словом «фак». И тут ми, ю, да? Это я мне... тоже хочу такую футболку теперь. Я думал, ты только слово хочешь. Ну ладно. А тебе фен? Я думал, тут другой фен будет. Ну ладно. Нет. Так, тянется вроде. Понимаешь, моя мама настолько модная, она ходит в Томми Хилфигере. У нее даже кот Томми Хилфигер, блядь. Это такое не везде. Бля, прикольно. Ого, не хватает напряжения, прикинь. Да ладно. Смотри. Ого, немного перепады были только что. Ебать, типы. Ого, можно сейчас потушить камеру, блядь, мне кажется. Ну похуй, давай. Так. А фен долго будет работать? Нет. Его надо ставить на вот эту немощную. Да. Немощную мощность, блядь, и на горячую камеру. Я понял. Так. Ну, короче, начинаем с прозрачного. Вот давай будем двигаться давай от этого угла. Окей. Наливай вот. Сколько? Наливай. Все. Нет, давай еще. Только так, чтобы оно не это. Растеклось? Вот. Это пальчиком так надо делать? Чуть-чуть. Пальчиком? Да. Ебать, оно вальяжно это делает. И краску. Вот так давай. Вот сюда. Покажи мне краску. Покажи, покажи. Вот. Смотри, как оно классно развивается. Вау, ебанешься, типы. А теперь смотри. Показывай. Ведешь пятно полотно, как ты хочешь. Оно сохнет долго? Не, видишь, оно уже вот там подсыхает. Ебать. И можно рисовать что хочешь феном? Да. И можно вот так вот постепенно.
постепенно подливать, да? Подливать разные цвета, разные же точки. Видишь? Вот так. Это я. Держи. Бля. Чуть аккуратно, аккуратно. Надо чувствовать потоки воздуха, да? Ага. Старайся от начала довести до этого, и до углов не доводить. Если видишь, что до углов доводишь краску, то вот, вот так вот сразу и сворачивай. Я ебать творец! Это пиздец! Ебать, я творю! Я творю! О, блядь! Это пизда будет сейчас, оно текает! Лови эту поебень! Ага. Да, вот веди сюда, веди сюда. Охуеть! Я творю! Текает, блядь, оно льется! Оно, смотри, что? Вот так. Давай, насыпай грязюки. Насыпай, ебанешься, типы, ебать! Я вижу тут пиздец! А песок есть? Песок? Есть блестки золотые. Песок нужен! Надо. Это пляж, это океан, это Карибы. Вы на Карибах, ебанешься. Вы видите это? Вот так вот. Вау, да. Держи. Так это Карибы, это типа океан. А зеленый есть? Зеленый есть, я сейчас тебе замешаю. Намешание, занасыпь мне. Это океан. Вот это смотри, все, я хочу выключить. Смотри, это типа тут не глубоко, тут пизда. А кита можно туда? Зеленым это водоросли надо насыпать. Давай кистью нарисуем сверху кита. Ты рисуешь? Можно дельфина или кита. Да? А прямо сейчас или чуть позже? Чуть позже, когда оно высохнет. Так. Вы видите, это океан, это отдых, смотрите. Сейчас выльется на лапу. Вода, это ж вода, блядь, конечно, ну выльется. Ебать, я океан в руках держу. Смотрите, ебанется. Так. Кто мне пишет, Зак, кубрат? Ебанется. Посмотрите на эту грязюку. Есть зеленый. Куда хочешь вылить? Водоросли должны быть на глубине. Надо было сначала. Ну давай вот здесь. Давай, насыпай тут. Давай, нужно досушить, наверное. Досушить, давай. Отсюда давай. О, вот так, да? Да. Давай это будет водить. Да, води меня. И вот отсюда бери к себе вот так вот. Таким дугой такой. Да. Ой, еще. А можешь еще это? У меня не получается что-то. Легко, медленно. Вот тут такой дерзкий, блин. Взял вот это и выебал это полотно. Типа. Да, это максимум, что я могу выебать. Так, мне кажется, о, да, охуенно. Охуенно, да, я не видим. Все, выкупил, как она? Глубину океана видим. Все, стой. Нет, не надо. Стой. Да. Я хочу подожди посмотреть на это. Я хочу и типам это показать. Оно сухое? Нет. Я хочу это сфоткать куда-то. Маме я отправлю. Сфоткай. Хочу маме отправить. Фух, вот это, конечно, оно. Оно сыпет, да? Да, сейчас пойдем. Сейчас я маме насыплю. На диван. Как-то так. Сейчас я телегу насыплю. Типы, смотрите, я океан нарисовал. Ебанетесь, да? Да, как тебе? Ну, красиво. Не помогает. Что такое? Ты не смущайся, все нормально. Океан. Она уже падает с ног. Да, ты что, мы тут нанюхали. Нанюханы? Мы не нанюханы? Может, там еще окно открыть просто? Давай откроем. Потому что что-то так нанюхало нам. В телеграм скину. Бля, красиво, пиздец. Красиво, пиздец. Нет. Бля, типа окно улетело нахуй сквозняком. О, нихуя себе пробка, бля. Пробка большая? Таким пиздецом. Придется остаться на ночь здесь. Ну, как бы можно здесь есть спальня. Где? Одна. Я ее видел. Как бы там. И что? Что? Блин, ну прикольно, ну, офигенно. Я жду пока. Видишь, как оно типа вот такие, да, вот глубиной. Так, надо зеленый, а куда лучше зеленый?
Ну смотри, у нас больше всего воды стало здесь, поэтому мы добавляем сюда больше краски, здесь уже высыхает, просто если мы добавим вот этой фигни сюда, она будет разъедать некрасиво. Mm-hmm. А так мы будем дальше доводить пятно, а как-то вот. Давай. Типа, мы создаем океан чистый. Это, смотри, это сейчас чистый океан, без примесей, всякой хуйни. Это. Вы должны понять, что это не просто хихи-ха-ха, там диван пориво. Это искусство, вы поймите, это наш океан, он чистый. Он чистый. И мы сейчас добавим зеленки, типа загрязнять. Кто-то грязюки кидает в океан, и они грязные, вы поняли? Типа, вы должны понимать, вот это океан, он сейчас такой, в мире, без нас. А сейчас будет вмешательство типов. Насыпай. Наливай. Да, наливай, да, точнее. А ну давай, здесь я нам просушу, а я вам наливаю. Вот, а это, блядь, а это люди насыпают какую-то мерзость. Токсик. Токсическое пятно, да, и типа... Отсюда, отсюда, давай. Вот так, сюда вот так? Отсюда, да, вот сюда больше, на белое, да. Молодец. Давай еще. Я ебал, мне и сосалы, блядь. Ебала жаба-гадюку. Ебать, оно растекается. Вот, еще малая, ебать, и вау! Ну а хули, блин, искусство? Ебать! Да, прикольно. Слушай, когда первая картина, это вообще четко. Да? Угу. Потому что у меня талант? Угу. А сколько такие картины стоят? Дорого. Серьезно? Тут себестоимость, я тебе говорила, 80 долларов. Вот этой картины? Да. А за сколько мы ее сможем продать? Ну, так для первой картины можно баксов 200 продать спокойно на Etsy. На чем? На Etsy. И описание сделать? Да. И, да? Что она олицетворяет? Да. Ну, типа, это выходит, чем лучше придумана история у картин, да. Тем больше она стоит. Да? У меня, так, кстати, купили пару работ на этой. А может ты ее продашь, мы не будем никому дарить с моей историей. А эти деньги мы что-то с ними придумаем? Ну, благотворительно. Нет, мы пойдем в ресторан. Да, давай. Я думала, ты подарить ее хочешь. Давай добавим красок. Давай. Блин, прикольно получилось. Да. Давай добавим сюда. Может сюда какого-то яркого еще одного пятна, не знаю, блин, может быть. Нет, давай еще добавим прозрачного и в него аквамарин добавим. Вот прозрачный. Беги его вот сюда, сюда, да, да, молодец. Чуть-чуть капли, ну что, все снимаем. Да, чтобы зеленое было под низом, типа и вот под океаном. Да, остатки. Ага. Под океаном, чтобы оно было. Блин, прикольно. Еще, может, синего надо, не? Давай. Мне кажется, еще надо синего. О, если ты доведешь сюда, он будет такой легкой дымкой. Видишь? Красиво так. Только легче, да. Угу. Ебать. Ебать, Пикассо, блядь! Ебануться! Охуеть, я творю! Да, пизда. Но мне кажется, тебе тогда следующая техника еще больше понравится. Пальчиками? Да, ну да. Потрогай. Твоя работа. Ну, лучше добавь прозрачный. Знаешь, что мы можем потом сделать? Сделать белые волны. Типа, да. Добавить просто белого. Да, вот прикольно, что я тебе могу сказать? Ты молодец. Умничка просто. Ебать, меня хвалят, да? Ебать. Что это, блядь? Что там за пиздец? Вы должны понять, что это просто хихиха. А, понятно, это плюсовой просто. Что там такое происходит? Прям такие письма. Это мои ребята. Молодец.
можно добавить этой золоты прозрачно чуть-чуть? Чуть-чуть только. И погоди вот эту крышку. Я тебе намешаю белого потом. Спасибо, да, нет. Присаживайся уже, блядь. Сколько уже можно торговаться? Можно уже и садиться, так сказать. Так, мне кажется, что пора меня брать куда-то. Ну? Куда можно всунуть фен? Фен? Сначала подвинь сюда. Да. Да, салфетку уйти, пальчики. Салфетки. Я могу типам это показать? Давай. Типы, вот сейчас, смотрите. Вот, я вам описываю тему, вы должны это понять. Смотрите, я могу ее поднять же, да? Поднимать. Только аккуратно. Вот туда, Блять. Смотрите, показываю, что вы выкупали. Это пляж. Это вы. Это, сука, блять, вы не видите, это что все это. Мои мечты. Да, надо подсушить еще немного. Да, надо подсушить. Блять, ну я сейчас подсушу и насыплю. Давай я тебе досушу. Давай, ты шаришь в этом? Сейчас я его не скину. Это делал я, но она меня научила. Прекрасно, только не порти картину, мне тут еще рассказывать, как бы, да? Нет, пизда. Все? Смотри, она уже почти рассопалась. Как тебе инста подписана? Так же, как эти. Я не помню. Лиена Лапина. Так же, как Лена Лапина, только буква И после Л. Ага. Хотите инсту? Переходите в мою инсту, там я отметил. Так, ну, еще чуть-чуть надо сушить. Да слушай, я сейчас буду говорить. Охуенно. Пацаны, 400 тысяч добьем сегодня? Всего лишь 900 подписчиков, да. Все? Почти. Вот еще посерединку. Типы, рассыпьте. Так, пока она здесь посерединке сохнет, мы можем начать с белого и вести его вот так. Как-то вот так нами сделаем, либо можем такими дугами налить. Только смотри, белая краска очень пигментирована, она очень густая. И что с ней делать? Ну. Сейчас я насыплю типа, потом ты насыпешь сюда. Короче, я начинается описание картины, типа, чтобы вы понимали. Смотрите, вот это пляж, вы тут купаетесь. Вы купаетесь тут, да? Ёбище сейчас как, сука, плывет, блядь. Куда ты плывешь, ты акула, блядь? Куда она плывет, блядь? Это сгусток этот спермы этой, блядь. Серьезно, пусть плывет. Это ж процесс. Вообще, Артур, это терапия должна. А, терапия? Да. Терапия в каком плане? Подходительно? Да. Ладно, давай белое. Я потом мы доделаем и расскажу. Ага. Просто я думаю, каково это. Какова красота, блин. Красота, да. Тут. И тут давай мы нарисуем тут. Меня, а там тебя. И типа нас разделяет целый океан. А что-то грустно. Ну тогда рядом, и мы смотрим на целый океан. Давай. Только где у нас начало океана? Или конец? Конец океана. Все, тут и там. Хорошо. Так что? Что мы
белой штукой, покажи только ты мастер-класс по белой штуке. Я просто криворукий, и мне не очень круто это получится. Ну, наверное, вот эту часть не буду. Только смотреть, история картины очень сильна. Типы насыплю, это если что. Блин, я теперь переживаю испортить Артур. Как вообще? Да, это искусство. Ну все, блин, как мне теперь работать? О, хочешь покажу, как отец рисовал? Давай. Ух ты. Это мама. Серьезно? Да, блин. Это отец рисовал. Красиво. Он тебе портретист? Да. Молодец. Это мой сестру рисовал. Умничка. Что, так мало? Да, только 4. Это Инне 10 лет было. Вот. Очень красиво. А что тебя нет? Меня? Я еще не родился, ебать. Я еще только в задумке. Я в яйцах сидел, сичилил, блядь, там отдыхал с кентами. 10 лямов кентов. Пока папа не творил. Да. Телеграм скину, типа. Вот так вот, смотри, что творится. Сейчас тебя запачкаю нафиг. Смотри, я вся в белом. Дай. Сука! Сейчас лосины все запачкают. Сейчас буду. Я в Телеграм скину, типа. Ну, просто я не хочу к камере подходить. Да, вроде чисто. Так, сейчас... А, нет, все, нормально. Боже. Живы мы, живы. Опять? Да. Капец. Я телегу скинул, пацаны, записывайтесь на телегу. Ты прослушиваешь? Угу. Слушаю, чуть-чуть. Просто из-за того, что здесь очень много краски. Угу. А где твои картины? Есть тут они? Нет, нет, да? Я их... Продала? Не продала, а разгорела. Одна только у меня дома осталась. Ну, сейчас буду опять пробовать рисовать. Блин, прикольно. Она высохла, так видишь? Mm-hmm. Это охуенно, да, мне это нравится. Очень прикольно, вот такой, такие трещины. Короче, я ложу пятно, а ты смотри, типа, если что, можешь меня остановить, но... Серьезно. Показывай мастер-класс. Так, сейчас быстро надо, чтобы оно к углу не пошло. Вот тут надо медленно. Сейчас оно будет соединяться с краской. Да. Угу. Видишь? Ага. Бля, охуенно. И оно цвет меняет, да? Чуть-чуть, да. А ну, можешь мне показать, как водить? Веди его вот, вот так вот, сюда. Держи руку. Давай, папа. Так, теперь добавляем. Вот так медленно-медленно, да? Пальчиком что там? Поправляла, чтобы оно равномерно растекалось. Понял? Так. А ну давай. Вот так, да? Ага. А в другую сторону можно? Можешь. Добавить? Белый? Так. Давай прозрачно добавим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Оно только уберет мясо. А это чуть-чуть? Чуть-чуть. Вот таких вот волн. И
видишь, вот я об этом. А ну давай, давай ты так. Делай такие волны. Это охуенно. Да, охуенно. Ну ты, мастер, прям пиздец. Где ты научилась такому? Я не знаю. Когда я научилась, я просто искала видео, смотрела там всяких американских художников, кто этим занимался. У нас мастер-класс реально по этому всему в Украине очень дорого. А я 4 года назад не имела слишком много денег, потому что техника достаточно дорогая, краски сами стоят, ну типа вот одна такая херня 300 рублей. То есть, типа, и я просто искала материалы, по ним училась. И где-то я только $1500 просрала на расходники, потому что очень много было бракованного материала, что не получалось. И пока у меня не начало получаться, я вот не научилась. 300 рублей, пацаны. А у меня есть художники в чате, интересно? Вы художники? И чем вы рисуете, блядь? Спермой по кусам, нахуй, или что, блядь? Где работы? Что, это тоже как вид искусства? Сейчас вообще все воспринимается как искусство. Если ты даже на трусах себе человек нарисовал. Или какую высрали красивую, блядь, по ране. Видишь, какая дымка получается? Охуенно, мне нравится. Там еще нормально слышно? Нас нормально слышно сейчас? Киньте свои работы в телегу в обсуждение, я прочитаю. Мне интересно, кто что рисует. А, так у я художников? Хоть бы один кто-то нарисовал пиздатый арт со мной. Хоть бы один, блядь. Вот так. Хоть бы один, на блядь. Слабо. Нет. Реально. Они пиздят, ой, злой там ты такой, да мы тут художники не въебаться, блядь. Мы так рисуем, ебаный снич. А по факту ни одного арта, блядь. Рисуют меня только в майнкрафтовском стиле каком-то, блядь, и все. Серьезно? Да. Ну что, прикольно. Мне надо закон за гринскрины до Нового года скинуть всем деньги. И выбрать победителей. Напомните мне чат. И дайте мне об этом забыть, потому что я буду чувствовать себя хуёво. Так, сейчас я это пятно досушу, и ты вот еще такую же волну сделаешь. Я? Да. С твоей помощью? Конечно, можешь с другой стороны где-то делать. Видишь, как оно сделает? Что это? Сейчас я добавлю что. Видишь, иногда могут быть такие бочины, которые надо придумать, как исправлять. Да, охуенно. Тут я вижу целую историю, чат. Я вижу целую историю этой картины. Тут можно сейчас говорить о ней. Вы бы, блядь, жалко, что вы не, блядь. Сейчас увидят. Так, пятнышко доделали. Делаем еще одно и переходим к другой технике. Техники раком. Хочешь раком рисовать? Так оно сухое? Ну, чуть-чуть. Бля, чат. Оно под стеклом будет очень прикольно. А мы стекло еще какое-то сделаем? Можно потом продолжить, кстати. И на стекле еще нарисовать. Да, можно потом продолжить. Реально. И да. Будет такое, нарисовать. Блин, что-то невероятное. Ну, короче. Ну и что? Так, ну, оно там, блин, как-то... Сука, блядь, сейчас как... Тихо, все, спокойно. Хочет съебаться сделать. Да я не дам ему съебаться, не дам. Давай ты отсюда будешь вести сюда. Добавляешь давай. Прозрачного и белого. Так, что тебе помочь? Прозрачного и белого добавляй, а я буду рисовать.
Веди туда, веди туда, вот на это пятно. Угу. Забери, 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 забери. Есть, да. Ага. Ебать, океан! Океан! Океан кипит! Это океан! Бля, туда. Так вот, возьми. Да. Сделала резинку, да, какую-то? В смысле? Это как-то вальяжно все насыпало? А, я думаю, резинка это плохо или хорошо? Это хорошо. Теперь вот так, да? Да, да, да. Можно добавить еще. Видишь, что тут у нас белый доходит, а мы тут... О, и видишь как. Куда? Вот сюда, обратно в белый. Вот так? Давай, я помогу. Давай. Растворительный, да? Чуть-чуть, да. Вот, видите, как она еще, она дальше не хотела идти. Ага. Чуть-чуть все это мешаем и вот так вот. Немного, видишь, белая краска села на нее, надо тут. Рассыпать ее надо, да? Растворить, могу так сказать, да. А она не растворяется? Растворяется. Мы испортили это белое пятно в мире? Нет. Это Мариас... Ой, блядь, я коснул картину. А, что, не осталось сразу ничего? И вот, вот сюда давайте. А, вот так? Угу. О, да. Супер. И видишь, у тебя идет вот эта часть. Вот ты делай так, чтобы она вот сюда не заходила, да? Угу. Она была более такая пластичная, можно так сказать. Угу. Бля, я такой еблан, блядь. Не переживай. Я не хочу испортить свое искусство. Ты можешь всегда его исправить. Все, что не делается, делается к лучшему, да? Ну это такая техника, что ты... Блядь, я опять смотри, что я делаю, ебать, я еблан, блядь. Не будь я там крейсер затонул, похуй. И добавим немножко ангелирический стен, да? Вот так. Да, можно разбавлять дальше. А я могу еще добавить... У меня есть вот такой цвет. Охуенно. Светло-голубой. Мне нужно его добавить. Куда кидать баллы? Какие баллы? Баллы. А вот это? Вот это пятно нормально? Да, ну видишь, как оно рассыпается? Пигмент прикольный. Нормально получается? Ага. И сейчас мы вот это то, что забахопорено, мы сейчас его исправим. Голубой. Давай. Так. И ты вот отсюда, да, переверни себе, да, иди. Белому. К белому? Угу. А! Вот так типа? Да. Угу. Так, теперь давай хорошо просушим, давай это. Давай. Оп, оп. Ебать, надо. Оп-оп-оп-оп-оп. Ебать руки, руки. Вообще, не бля, ебать. Чат, все, это история. Я не знаю, как вы думаете, но это история, мне кажется. Это такая резюка, блядь, это пиздец. В хорошем смысле этого слова. Давай ее оставим немножко подсохнуть и можем ее потом закончить. Давай, я начнем пока в другой стиль рисовать. Да. У тебя есть что попить? Попить? Вода. Ну, так а я о чем? Надо так все пахнет вкусно. Так, хорошо. Пусть подсыхает. Мы ее закончим еще. Пока получилось
Охуенно. Охуенно, блядь. Пацаны, голубой гранж, можно так сказать. Голубой кринж. Не, ну оно вживую выглядит намного лучше, мы потом пофоткаем красиво. Показать им нельзя, да, пока оно будет растекаться? Не, можно, она 400 уже. Аккуратненько. Они не понимают. Вы не понимаете. Они не понимают. Вы, сука, поймете. Подсунем просто, чтобы они подсунем. О! Типы. Вы видите? Я вам буду описывать. Подожди, тут только фокус. Фокус. У меня вот. Короче, я описываю. Смотрите. Это океан. Это вода. Это вода, это океан. Рассказываю, смотрите. Это океан. Это берег такой размытый. Вы тут купаетесь. Вы тут купаетесь. И тут тоже. Тут такая бриз. Тут. Это для типа, для, ну, такой. Это чисто пляж, нахуй, общедоступный. А это мажорный. Тут смотрите, как красиво. Все типа пиздато, да? Мажорики ходят себе, насыпают коктейльчики. А там лохи. Монет нет, все грязюка, вот такая. Но понимаете, в чем смысл? Неважно, где ты тут или тут, он все равно грязный. Зеленое пятно, потому что засоряют. Подумайте об экологии, ебаный снич. Подумайте, смотрите, зеленое. Многогранный стрит. Да. Потекла вода, блядь. Ебаный кабан, блядь. Что это такое, блядь? Что, надо... Прикольно. Че? Смотри, как прикольно. Не, вот ты вот это только. Надо, чтобы она высохла. Да, надо, чтобы она высохла. Да, понимаете? Да, и тут и океан плачет, он вот белые пятна оставляет. Воды, пенка, вот классно. Ты тут, ты там, похуй. Надо всегда думать о нем. Потому что в центре всегда, неважно, кто как отдыхает, важно убирать за собой грязюку. Понимаешь? Что это грязюка в океане и пизда. В океане грязюка и получается что? Правильно, грязный океан. Так что вы не думайте, что это смехуёчки, хуёчки, блядь. Тут океан. И посередине грязюка очищайте океан. Давайте все сейчас поплывем в центр океана и будем его чистить. Это шутка, не надо так делать. Охуенно. Ебать, блядь, ебать мой хуй, блядь. Все, на сушку. Да, кстати. Я готовлю пока круассан. А на диван можно ставить? Нет, не надо. Нет, да, не надо. Все, типы, несется океан. Смотрите, океан. Бля, вы должны понять эту историю. Вы поняли? Сука, вы поняли, блядь? Для кого тут стараться, блядь? Вы поняли, блядь? Нихуя не поняли. Так, мы... Так, что мы делаем? Мы что? О, мы играем вот это, угадай, где шарик, блядь. Хочешь поугадай, поиграть сейчас? Окей, второй стиль рисования. На сегодня мы придумали два стиля. Не только об океане подумай. Теперь начинается настоящая ёбка. Согласна? Да. Настоящая ёбка, ну, будет после стиля. Ну, ладно, мы начинаем сейчас. Давай, что делаем? Мы ставим мой старый холст. Старый холст? Да, который можно использовать под эту работу. Так вот. Зачем нам найти стаканчики? Да. Нам нужны, потому что будет разливаться очень жестко краска по краям. Очень жестко. Ага. Вот. Будет такая, как ты говоришь, грязюка. Так, вот. Техника называется, то, ну, типа, либо жидкий акрил, либо грязный стакан. Да, грязный стакан тоже можно. Берем второе. Да. Прикол в том, что мы сейчас будем разные тоже стаканы наливать, замешивать разные краски и типа наливать потом все эти краски в один и разливать по полотну. Либо мы можем давай по очереди краски. Боже, как пахнет. Хочешь вроде? Так я только что заказывала. Попробуй, только легонько. Понятно, слабенькая, руки слабые. Нет, какие цвета ты хочешь? Я хочу красный. Я хочу... Тут можно очень много цветов. Предложи мне какие-то. Давай. Обязательно белый должен быть, красный, оранжевый, желтый, малиновый можно. Давай и зеленый. И золотой. И золотой. Давай золотой, да, мажор, мажорный. Вот золотой. Так, белого нужно много. Красный. Малиновый, желтый. Вот. Да. Это сейчас тебе точно. И ложечки надо. Кушать мы будем, что ли? А? Кушать будем ли мы? Кушать? Я бы покушала. Это. Ты про краски, бля. Да. Я уже надеялась, что у меня покорм. Не, я пока не буду. Не переживай. Ты водичку хотел. Да. Так, сейчас принесу. Вот есть водичка, кстати. Я налила себе. За ваше здоровье. Эх, начнем.
спиртом отдает. Это краску не размешивала с лечением? Не, я сейчас уже спиртом ничего не делаю. Так, и у нас хорошо. Есть такая хуйня, это медиум называется. Mm-hmm. Но вообще это жидкий акрил, либо акриловый лак. Mm-hmm. Mm-hmm. Я понял. Нихуя только не понял. Не понял. Акриловый рак? Рак? Мы на рыбалку, что ли? С открытой краской. Заливай. Пол тюбика можешь туда вливать. Да. Да, грязюк. Я думаю, хватит. Да? Да, и наливай... Эту залупу, да? Да. Хорошо. Так вот, вот так вот, да? Mm-hmm. И вот так? Да, заливай много тоже. Где-то такое же количество, один к одному. Это фулл стакан надо? Ну, почти, да. Ну, можешь. Бля, это плохо? Нет, это неплохо. А это, кстати, розовый цвет, он, видишь, отдает таким фиолетовым. Да, мне друг розовый цвет тоже покрасился. Бля, прикольно, так люблю розовый в последнее время. Я вообще ненавидела раньше розовый. Я тоже вся в черном постоянно. У нас много схожих. Да. Мне их перемешивать? Да, можешь брать. Давай я буду их перемешивать буду, да. Ты будешь насыпать. Тут спирт. И как йогурт-чат. Только хорошенечко. Вот белый, ты просто не можешь увидеть, как он перемешивается, потому что белый с белым. Поэтому ты мешай так пару минут. Так, я покажу вот их. А эти картины сколько будут стоить, если их продавать? Эти будут стоить дешевле, но смотря какой результат, но тоже интересно. Вообще, это типа интерьерные картины не стоят дорого. Это считается типа интерьерное искусство. Mm-hmm. Типа, когда непонятно, что нарисовано, но типа, ну да, красиво. Можно чисто соплю закинуть куда и разрисовать, ну, и это много монет можно, да? Mm-hmm. Ебать, так это можно бабки мутить? Да, бабки можно мутить, причем хорошие. Как ты мутишь? Нет, потому что, блин, художники, они всегда, как ты говорил, голодные всегда. Да, я всегда голодный. Ну, я тоже сейчас голодная, надеюсь, ты мне покормишь. Кормлю. А что любишь кушать? Что? Не знаю, а ты что любишь кушать? Я люблю все кушать, от шаурмы до сала. Ну, сала у меня уже не так много, я в зале. У меня, кстати, всегда дома есть сало. Всегда. Тогда почему не всегда я ездила? Не, ну, типа, ну что-то, я суп хочу какой-то покушать, я давно супом не ел. Кстати, суп. А ты не хочешь рамен какой-то, типа? Можно. Я размешал его, посмотри. Я потом проверю, ну просто ты... Скажи, как йогурт, иногда хочется съесть, если бы оно пахло вкусно. А ты цветные пока разбавляй. И красный еще. О, прикольно желтый такой, золотой. Он золотой, будто желтый. Нет, это желтый именно. А золотого нету? Вот золотой. Он будет коричневый. Нормально? Хорошо. Надо еще хорошенечко добавить. Потому что оно будет высыхать и чтобы краска была равномерная. Сейчас я намешаю. Сейчас я намешаю. Так, я белого еще добавлю. Нам нужно очень много белого. Все, буду так смотреть. Такой нормальный? Да. Я потом еще домешаю, если что. После меня всегда надо все переделывать, да? Нет, просто надо хорошенечко замешивать, и ты можешь думать, что все хорошо. Я просто знаю, что у меня столько бочин было с этими картинами, ты себе представишь. Ты кого-то еще и учила рисовать? Прям, чтобы мастер-класс проводила, то прям так нет. Но показывала друзьям, там, типа, как рисовать. Ну, типа, процесс интересный на самом деле. Ну да, мне нравится с красками работать. Ну, особенно, когда я красивые девушки. Это вообще пиздец. Это два к одному, двух зайцев одним выстрелом. Ну, спасибо. Ну, подхалим как-то. А лицо все к лицу. Я всегда в чат смотрю, а камера-то слева. А? Чат? А, я поняла. Они пишут, они довольны. Вы довольны, чат? Как вам резюка? Как ты видишь этот чат? Я нихуя не вижу. Я прекрасно вижу своих кентов издалека. Они пахнут вкусно и всегда смотрят на меня. Ну и на зрение уже. Да, трахай. Угу. Окей, я понял, мне нравится. Когда они так говорят, им нравится, поди. Да. Им нравится говорить слово трахай или приказывать, да. Чтобы кто-то трахался. Да, они думают, что они на другом сайте. Кидайте токены, суки. Кидайте токены, блядь, сюда мне, нахуй. Так, нормально? О, да. Но я добавлю еще больше.
Давай. У меня еще где-то будет. Не, у меня хорошее зрение, я вижу. То есть, я вижу только сердечки. Я вижу сердечки. Ого. Такое не стыдно, ладно, я это читать не буду. Ну ладно, давай. Ты все равно хуево видишь. Это типа тебе на руку или что? Да. Кому-то на руку, кому-то не на руку. Прикольно. Не, виджет же ребята не залагал, он так и наверное должен работать, чё. Давайте малому на ком соберем. А сколько осталось еще? Что? Я малому на ком собираю, хочу купить. На 30 миллионов баллов. Классно. А что за ком? А что за малыш? Это моей соседки сын. Он не улагает Майнкрафт, мне типа стало его жалко, думаю, почему нет. Чему бы не порадовать малого компом. Блин, это круто. Молодец. Ну, меня никто не радует. Тебя порадовать? Ну, ты уже радуешь меня. Так что ж ты говоришь, что тебя никто не радует? Слушай, а ты слишком много вопросов задаешь. Тебе не кажется? Я просто вычисляю для таких добавок. Правильно делаешь. Так, нормально смотри? Золотой, прекрасный. Да. Так, что мне дальше мешать? Вот у нас розовые и красные, сейчас ложечки. Ложечки, давай. Держи. А ты спортом занимаешься? Спортом? Я? Ты что? Я и спорт, это... А откуда у тебя фигура красивая? Не, ну ладно, я спортом занималась очень давно. Каким? Я дзюдоистка была. Так вот, сколько лет? 8 лет занималась. Видались? 8 лет? Да, занималась. Ты меня могла бы сейчас кинуть чисто. Тебя не, я не могу, потому что, ну, я занималась дзюдо, когда моя весовая категория была 20 килограмм, то есть... В смысле? Это что ты, блядь, бросала в воздух? Ну, мои соперники всегда были, ну, там, 28-30, это типа со 2 класса я до 10 ходила на дзюдо. Так ты в 10 классе 20 килограмм весила? Не, ну, в 10 классе я весила где-то, ну, 35, может. А сейчас сколько? 40. Ты какая little pussy? Да. Ну, не толпуйся. Не, ну типа, настолько худых я не встречал еще. А? Настолько худых? Да. Это что, по мне видно, что я сильно прям худая, я вроде нормальная. Да, у тебя хорошая форма, типа. Типа на мой рост я считаю, что это норм. О, розовый просто супер. Супер, да? Что дальше, мешать вот этот? Да, еще красненький. Ну, да, разными ложками, чтобы краска, да? Угу, чтобы не смешивалась краска. Не, просто, ну ты если занимался, у тебя... Типа физическая память сохранилась, да? И типа ты не набираешь вес вообще. Типа если с гормонами проблемы, то я могу набрать вес. Так у меня сейчас все стабильно. Сколько ты максимум весила? 50. Ну, блядь, набрать вес. 50 килограмм. Ну, это для меня очень много. Ну, фотки показать, у меня такая пачка тупо огромная, пипец. У меня были просто проблемы раньше со здоровьем, типа. И я поправилась очень жестко, потому что я хавала. Вот. У всех дома есть вот же тарелки маленькие для девочек и большие для мужиков. Для мужчин. Да, и я хавалась это с большой, последних там, не знаю, 10-11 класс. А потом я пошла работать в СММ компанию после школы сразу и начала просто нормально хавать, побрать с собой, там, лоточки, судочки, типа, и часто гулять, и очень быстро похудела. И больше вес не ручалась. А я не могу похудеть вообще, я только набираю, ну, сейчас только мышцы. Ну так ты силовые больше делаешь? Ну, кардио и силовые. Мне еще предложили на бокс записаться, прикинь. Это я типа буду 3 дня ходить в зал и 2 дня в бокс. Ну это полный пиздец будет. Типа по нагрузке на тело и моральному моему составляющему. Что еще мешать? Я думаю добавить еще чуть-чуть. Еще немножко. Да, красненького, чтобы был поярче пигмент. Бля, ну мне нравится это искусство, это прикольно. Это очень классно. Это легко и реально, ну, типа, ты. Чувствуешь, что ты реально творишь что-то, что ты делаешь, ну, прикольное, реально стоящее, и ты можешь этим похвастаться. Потому что, на самом деле, вот, типа, что-то умеет, это надо всегда учиться, там, играть на гитаре. Я всю жизнь хотела уметь играть на гитаре. Конечно, я умею. А? Играть на нервах. Играть на нервах? Это все умеют, ты тут не отличился особо. Да, ну как ты играешь? На нервах? О, я умею хорошо переводить стрелки. А ты умеешь? Да. Знаешь, меня самая первая девушка назвала меня очень скользким типом. Скользким? Да не то, что я всегда мокрый просто, а просто
я всегда выпутываюсь в любой ситуации. Ну, типа, я никогда не виноват. Ну, ты тоже, значит, переваришь стрелки хорошо. Не, ну, типа, я никогда не виноват. Ну, даже если я виноват, ну, я так делаю, что не виноват. Но это плохое качество очень. Потому что в некоторых ситуациях надо уметь признавать свою ошибку или поражение. Но я научился. Да, ну, типа, вот я признал, что мне нравится садиться на лицо, что мне садились. Я считаю, это ошибкой или, может, это хорошее это качество? Это не ошибка, это очень хорошее качество для мужчины. Да? Это... Типа, если дома нету стульев, то есть всегда твой ебальник. Конечно, ты что? Я это кушаю, так лицо. Смотри, вот ты там в писке, да, нету стулья, вы тусите, типа, и девочка какая-то, ну, блин, ну, срочно, и надо сесть, и так, надо сесть, и вот, и ты говоришь, садись мне на лицо, ну, это же охуенно. И что, она сидит, и вы общаетесь, а ты, блядь... Ну, она с тобой общается, но ты как получится? Как, вот так? Ну, типа, ну, она-то с тобой может говорить, а ты... Кушать будешь? Надо хавать что-то? Да, а ты не сможешь, ответить, я говорю, ты идеальный мужчина, не хочешь жрать. А ты такой, не-не-не, я уже покушал, а тут приятно. Борщи все у меня там. Короче, шо? Что мы делаем? Секс-истории. Давай, начинаем. А со мной по-другому нельзя. Ну так доставай, пенисом будешь рисовать. Не, ну тогда мы рисуем нормально тогда. Хорошо, шо, давай заливать тогда белым вот так вот. Раз, и ты с другой стороны заливай. И ложечкой вот так выгребай. Вот так? Да, посерединке не сильно, но вот здесь больше. Вот так вот распределим. Да нихуя не льется! Откладываем, да? Угу. Теперь мы еще раз белым. Ты знаешь, мне кажется, надо больше белого все равно. Так это ж сколько еще белого надо? Надо, надо, чтобы картина не была темная. Это белое? Да. Ебашу туда весь. Теперь ты понимаешь, какой расход огромный? Бля, это пиздец. А что это за картина, бля? 8 слоев краски, это как? Это что за картина? Это, ну это почти 8 слоев краски. Только, можно и 40 только, слоев? Только 8 слоев в одном слое. У нас челлендж 100 слоев краски на одно полотне? Хочешь, сделаем? Но это, блядь, займет стрим до полуночи. Короче, у меня я немножко рассыпал тут. Давай еще больше. Это уже нет, краски? А, да. Краска еще есть. Еще. Ну ты можешь налить этот, медиума еще. Короче, надо, наверное... Я поменяю рукавычки. А что, тебе к рукам липнет? Блин, сейчас все буду пачкать подряд. Захочу там поправить что-то на лицо, например. Я могу поправить. Лицо? Да. Буду знать. Выбрасывать его? Че бик выбрасывать? Ну все, я тут есть немного, да? Ага, и вот этой херни наливай. Прикобала нового, спасибо. Класс. Спотела, блядь. Подожди, вы собрали все что ли? А, 3 ляма осталось? Что 3 ляма? Ляма мало малому на комп. Пацаны, Инстаграм, я в своем инсте отметил ее в инсте, то что если хотите найти ее, переходите в инсту, в сторис, смотрите просто. Там, кстати, у меня даже есть фотки моих работ, только внизу. Но там и не только работ, фотки есть. Урезанные фотки есть. Все видел мои фотки? Ну, а надо ознакомиться. Было... Даже те самые видел. Какие эти самые? А есть какие-то? Рядом? Ну да. А где их найти? Надо пролистать и пролайкать все фотки. И потом откроются они? Да. Нихуя ты батишь грязно. Так, я, кажется, перемешал. Нормально? Добавляю больше этого в медиум. Я да. Поняла, что оно должно быть жиже. Жидкие. Блять, как это правильно сказать? Жидкие чи жидкие? Редкие. Редкие зимой письмо. Редкие, да. Мы можем розмовляти і українською, але ви нас не зрозумієте, хлопці. Ой, я так люблю стеріти на українському, бляха, особливо во время стрімів, особливо материться, коли ніхто не розуміє. А ти думаєш, чому вони пишуть Йосип? Це ж українське ім'я. Або Гріша. Ну, і ізраїльська. Ізраїльська. Ну, ви поняли. Ви поняли, да. Так, молодець, умниця. Смотри, я розмішав, що мені далі робити? Супер. Хорошо розмішав, давай ще заливай. Заливать. Чуть-чуть только. Половинку. Угу. Угу. Вот так? Угу. Я пока добавлю все остальное. Вот так? Угу. Так, все. Теперь распределяй ложечкой. По всей? Серединку можешь не трогать. Просто оставь там часть. Ага. Так.
Бля, ебать, вот это вид искусства, конечно, пиздец. Надо что-то налить, что-то насыпать, типа распределить везде. Распределить особенно краску, блин, правильно с этой фигней, это, конечно, самое сложное, потому что, ну, все должно настолько быть равномерно замешано, распределено, чтобы оно вытекало все тоже ровно. Короче, это нужно быть мега аккуратным, но типа, на это очень просто, на самом деле. Ну, зависит, конечно, насколько кривые у кого ручки. Не, ну, я понимаю, что про меня говорим, потому что я уже в центр ёбнул, да? А вы же нихуя не видите, да, чат? Вы же нихуя не видите, что... Они белыми. Ну да, блядь, а что вы будете видеть, когда все белые? Спасибо за сапку, брат. Так. Охуенно, да? Молодец. Так. Блядь, слушай, нам нужно какие-то индивидуальные уроки делать. Но я хочу научиться рисовать. А на теле можно рисовать? Тоже красиво. Будешь? Да. Честно, это, ну это, я могу, но типа, но это очень сложно. Нарисуешь мне Пиноккио? Пиноккио? Да. А где? Чтобы нос потом вырос. Ты на очень находчивая девчонка, я тебе скажу, очень. Так, что дальше? Как ты хочешь заливать? Смотри, можем в один стакан разные цвета заливать, потом перевернуть его. Потом давай либо в один стакан разницы, либо, да. Либо можно точку в точку сейчас сливать и потом распределять. Давай точку в точку. Так больше. Одновременно, да, давай. Я хотел бы разрушить нахуй что-то. Разрушить? Да, просто так. Я понял, тут белые стены. Теперь разрушите. Да, я такой зверь немножко просыпается во мне. После искусства, типа. Голод. Ну, все правильно, как художник голодный. Так вот, центр мне заливать это все? Да. Какой цвет хочешь? Все? Смотри, у нас тут есть два одинаковых приблизительно оттенка. Это типа розовый и красный. Давай их. Их нужно не по очереди, да. Тогда мы берем желтый и розовый. Да. Давай сначала розовый, потом желтый. Так, сначала розовый, потом желтый? Угу. И просто в центр? Да, да. Выливай. Можно не только в центр, можно в разные части. А! Не туда, не туда, не туда. Блядь, а что? Вот сюда левай. А что я насыпал? А ты можешь вот это вот так сделать. Вот так. Понял? Ага, и мы так в точку будем. Да, да. Пора. Достаточно. Так. И нет, давай сюда. Блядь, я испортил. Не испортил. Пирожочки получаются, да, такие? Да. Так, и что дальше? Можем золотого влить. Так, и что это? Смотри, мы будем сейчас делать вот так. Да? Это надо... И потом... Это... О, знаешь, что мы забыли? Мы забыли добавить силикон в один цвет. Мы сейчас добавим белого силикона. Какого силикона? Вот такого. Что происходит? Чат! Сейчас ты увидишь все сам. А куда, блядь? Не понял. А, вот она. Бежит. Ёпка, сразу мазала с ним показывала, пиздец. Вот так вот я добавила, и сейчас ты при нагревании газом... Сейчас, наверное, сейчас буду мережево. Так. Вот так вот я добавляю белого вот этого силикона. Газовой горелкой. Будем тебя сжечь. Может, наоборот, пожарить надо что-то другое. Так, давай я буду вот этой хуйней заниматься. Давай. Только в центр? Угу. Лей в центр, а потом мы будем распределять по всей картине. А я беленького добавлю силикон. Все, а мне можно картину поднять? Можешь. И типа, да, типа распределяющую, да. Краски. Что? Не бойся. Это два соска. Это сиськи. Я вижу сиськи. Чат, вы видите сиськи?
Чат. Чат. Запрещенка на стриме подошла. Не, это пусси. Это грейпфрукт. Вы видите? Это грейпфрукт. Грейпфрукт? Что вы здесь видите? Чат, что вы здесь видите? А что сейчас самое будет интересное? Где я думаю? Пен. Пен? Ой, пен крутненький. Осторожно. Что так скользко? А, это я с силикона напшикала в эту сторону. Да, я тоже езжу. Ох, ебать. Все нормально? Я на секундочку буквально. Все нормально, чат. Так, это уже не сиськи. Тут запрещенка. Так. Теперь можешь хаотично разливать разные цвета, как тебе угодно. Сейчас куда мы... угодно? Да, как хочешь, да. У нас очень быстро сохнет краска, к сожалению. Да, поэтому... Куда угодно? Куда угодно. Класс. Теперь на тебе золотой. Член. Я творец, я так вижу. Что дальше? Можешь по углам вот это вот. Подскажи, ты, я просто уже... Блядь, пока выглядит, пока я не могу понять, что. Сначала сиськи видел, теперь ничего не видел. Да по-разному можно наносить эту краску. Вижу фламинго, смотри, тут страус, ебать. Слушай, реально страус. А это креветка. Нет, это девушка. Стой, это девушка лежит, смотри. Русалка какая-то. Это девушка лежит, скручившись. Это девчонка, блядь, надо сфоткать. Надо запечатлеть это. Чат, тут девчонка. Я... Ты сможешь ее запечатлеть? Тут фламинго. У меня просто перчатка. У меня тоже. Тут фламинго. А тут девчонка. Можно я ей покажу? Давай. Вот, коричневый. Блядь! Это не коричневый, это золотой. Золотое, блядь. Так похуй. Пускай лежит. Что это? Теперь мы нахуй тут все сожьем. Ёбаный снич, блядь! Это для искусства. Что? Краска очень быстро засыхает, блин. Так, что? Надо распределять. Девка улетела! Вот так вот. Давай, насыпай. Бля, и там и фламинго были, и девка. Ого, а что оно так? Ого, блядство якое. Блядь, какое блядство происходит? Теперь ты понял, о чем я говорю? Да. Вот так. Что тут видно? Так, можно еще включишь горелку, либо есть? Я не умею. Так, сейчас я. Вот мы просто в золотой добавили силикона и типа белый, и он должен был проявиться, но он что-то не хочет проявляться, поэтому, ну сейчас я попробую еще. Я теперь тоже боюсь, ты мне... Ну, все. Пошла грязюка, блядь! Давай проявляйся, что ты, блин. Можно я? Только не долго. Безопасно, Твич, ни в коем случае никакой хуйни. Она, в принципе, нет. Готова. Все нормально, блядь. Скользко. Она готова? Да. Тебе как? Как для первой работы. Тебе не нравится? Давай еще одну нарисуем. Нет. Я вижу. Ты видишь? Я что-то вижу. О, видишь? Типа должно было проявляться, надо было больше силикона. Я вижу типа. Типа? Где ты видишь? Я вижу типа здесь. Вот это тип, смотри. Я вижу тут типа,
Это пиздец типы! Смотри, это тип. Ага. Это штрих, идет. За него это река крови, допустим, да? А это душа, которая летит, и типа он убийца. Может, давайте психотерапевту запишем? Зачем? А, ты не видишь этого? Я вижу чела в шлеме, и его, он такой, знаешь, как... Типа он воин, он идет, все везде в руки крови. Я думала, это... Это душа типа, душа типа, которая ревет обо всем, и вот это тоже. Типа видно, как оно все расходится. И он у него, и он так горит, вот, и все, бля, типы. Я думала, это достаточно жизнерадостная картина. Хочешь еще одну нарисовать? Не, это пиздец, надо сфоткать. Вы должны понять, о чем я говорю. Можно как-то им показать? Им никак не покажешь, да? Покажешь, но она чуть-чуть вытечет. Только ты можешь туда, вперед приподнять. Вот здесь. Не, я не хочу, чтобы она текла. Тип. Она теперь должна сохнуть. Тип? Нихуя она не сохнет. Ну, она будет долго сохнуть, она будет сутки сохнуть. Сутки? Угу. Блять, как вам этого типа показать? Короче, я записываю это на телефон. Меня не ебут в Телеграм. Я должен вам это показать. Ничего не говори, ничего не делай. Dancing in my room. Finish, finish. Бля, знаешь, это не. Что за трек? Тикток, на тикток подсела, у нее страдаю. Класс, я тоже один подсела. Момент подсела, а потом у меня перестали заходить видосы. У меня тоже не залил. Сколько у меня в ТикТоке? Короче, я сейчас записываю, я если... Сколько у меня собрал? 28 тысяч. Я просто, знаешь, что сделал? Все. 28 тысяч. Смотрите, рассказываю, я записываю на видеоматериал. Мы нарисовали картину. Идет расшифровка картины. Кто не понял, что из этого получилось, я объясняю доходчиво. Это штрих. Это чел. Вы видите воина, шлем у него. Вот, такое, типа туловище. Тут это кров, это все кров, это реки крови. Это реки крови, свет, который в конце туннеля. Это душа типа, которая страдает. Посмотрите, он даже рот открыл. Блять, сука! Теперь точно он пострадал, блять. И вот это тоже душа, и он идет по реке крови, как воин, насыпавшим всем пиздом, и его окрыляет какой-то яркий свет еще, видите, он идет прямо. Бля, типы, вы должны это видеть, подумайте сами, что вы видите в этой картине. Типы, это пиздец, это, я, мне кажется, не надо психотерапевт. Я загружаю это видеоматериал в Телеграм. Мне надо еще сделать такую связь. Wi-Fi нет тут? Есть. Есть, ты можешь пробовать? Бля, типы, это надо... Вы должны... Вы это увидите. Wi-Fi us? Вот это? Угу. Это пароль? Угу. Не, начало проявляться немножко. Но типа если бы мы. Сука, блядь! Волосы? Да, если бы мы быстрее немного это все делали, то был бы хороший результат тоже. Но мне нравится, кстати. Интересное сочетание цветов. Так что. А что видишь ты тут? Я вижу карту мира, если честно, круто. Ну, типа, ну вот, типа, Африка, все дела, тут там где-то. Что-то там. Что там дальше идет после Африки? Чат, я кинул вам телегу, я кинул. Вы должны понять меня. Вы должны это выкупить. Вы должны выкупить то, что вот как может быть. А где салфетки? Ой, вот салфетки, перчатки есть? Есть. Вы должны, вы выкупаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Посмотрите. Ну, если вглядываться, то здесь, с этой стороны, смотрите. Какой-то тоже русал, который в трубу дует. Кто-то думал, что ты там делаешь. Блять, это еще меньше печатки. Нет, это тот же самый размер, просто у тебя ручки потеряли. Тут какая-то, типа, дракон какой-то получается. Я вижу только реки крови. Реки крови? Реки крови. Она уже розовая. И воин, который идет в золотой броне, покоривший мир. Оно когда высохнет, оно такое текстурное. Блять, что это за какое? Блять! Как же мне гореть с этой хуйни? Я просто хотел картину взять вот тут. А, так ты можешь взять просто. Да, она уже высохла. Чуть-чуть. А, боже, как ты скользко. Слушай, ты просто потоку сразу. А? Осторожно, только, не уходи.
Бля, чат, вы видите это? Вы это должны видеть. Вы понимаете, о чем я вообще говорю? Она не липкая, ее можно руками брать? Сейчас, секундочку. А сколько стрим идет? Можете написать? Мне интересно. Мы можем ее еще немножко поделать. Все хорошо. А ну отойди. Камера там. Камера там. Вот это искусство. Видите? Это тоже. Вы должны тут тоже понимать, что тут происходит. Вы же, я вам объяснял или нет? Он блестит, очень блестит. А объясни ты, что тут происходит. Ну, по твоей задумке здесь у нас море. А по твоей? По моей задумке здесь у нас море. Но ты хотел изначально, чтобы зеленый цвет это был не токсик какой-то, а водоросли. И должны были быть волны, но мы волны немножко спустили вниз, поэтому мы будем их доделывать немножечко. А так вообще тут у нас голубая лагуна. Надо белое дополнить, вот это вот как-то так. С золотым чем-то таким. Пляж не делать. Пляж. Было, знаешь, как прикольно, что вот эпоксидной смолой залить это и добавить сверху золотого, я делала тоже дымку. Я тебе потом скину. Я вижу, смотрите. И, окей, давайте не будем негативным. Блядь, почему-то тут я про негатив, и тут про негатив. Но тут пиздец, тут это понятно сразу. В смысле, тут желтый, золотой, красный. Нет, тут чел, который убил всех и души страдающих людей сзади него, и он идет вперед. Пиздец, какой ты. Не так ли? Вы телегу видели? Я не прав? Я прав или нет? Это морф из доты. Ну, нет. Нет, это Невермор из доты. Прав? Сука. Я сказал, что я творец. Так вот, смотри, это обычное море, пиздатое, с водорослями. Это когда мы летим на самолете и видим океан вот тут. Это просто кусок моря, мы летим на самолете, типа видим океан, водоросли тут даже есть. Вот, это волны такие классные, вот тут что-то плавает, люди возле берега утонули, допустим, плавает что-то. Тут, вот смотри, тут а медуза большая, видишь? Кстати, да. Медузы вот плавают. Типа это, да, это планктон, типа водоросли, вот медузы, тут чуть-чуть вот тут рыбы, такая вода такая прозрачная. Типа вообще охуенно, вообще классно. Да, оно сухое. Ну, ты там, где видишь, где оно реально сухое, там может работать. Вот здесь сухое. Здесь еще не надо трогать. Здесь самая мокрая часть, видишь? Это белое. Это же моя последняя. Бля, это охуенно. Кто бы хотел себе такую картину домой с моей расшифровкой? Бля, может мне рисовать такие картины и продавать их с расшифровкой? Давай маленькие картины нарисуем каждому твоему подписчику. Да, 4000 человек. Ладно, самому лучшему подписчику. Они все лучшие. 4000 человек? Ладно, там ты просил, чтобы кто-то тебя нарисовал, а ты в ответочку ему. Членским. Только подписчикам членский даешь? Да, если не понимаю. Нет, ну ты же не просила. А ты делаешь его скидываешь? Ну... Признавай. Возможно. Возможно? А мне снимешь? А ты что, мне взамен? Ничего. Так не работает. Я тебе мастер-класс провела, ты должен как-то расплачиваться. Я тебя как не буду. Ну все, ладно, ладно. За баллы канала картину? За баллы? Что за баллы? Вы хотите... Я расплачусь, а кто? Не надо, я сам расплачусь. Кто-то хочет мне уже скинуть? Да, главное, чтобы они мне не начали скидывать, это я не знаю. Да, пацаны, 400. Не, мне можете скидывать, вообще без проблем, я пару хочу. 400 тысяч добейте мне, ёбаный снизь, блядь. Что, еще не добили? Нет. Дэнсик, не мое. Я думаю, на этом закончить. Да? Да. Осталось только подождать. Ну, будет прикольно, когда привозят. Ну, мы ее где-то скинем. Ты инсту себе выложи, допустим. Или я выложу. Хорошо. Отмечу тебя. Хорошо. Дай ее инсту. В чате есть модеры? Какой у тебя канал? Можешь писать в чате? Да. А лучше ссылку. А уже написали. Чат, а вы ссылку можете? А уже написали. Написал этот... Можешь ссылку скинуть на нее Twitch хотя бы или инсту? Дай мне ее на. Вот инста. Вот инста, чат. О! На инсту давай. Инста, подписывайтесь. Сегодня был хороший день.
Мы нарисовали две картины, но почему-то одна была позитивная, с пляжем, с блядями. Шутка. Был с пляжем, всякой грязюкой, а вторая получилась такая демоническая, бля, грязная картина, такая с типом. Я даже не знал, что выйдет. Сначала я видел сиськи, потом грейпфрут, потом фламинго и двух девочек, и девочку, скрутившуюся вот так в кокон, а потом получилось это. Я шизик. Ну, как тебе сказать, честно или хорошо? Честно, конечно же. Ну, ты не шизик, ты художник, ты так видишь. Тебе не стрёмно, да, со мной? Нет. Точно? Нет. Но тебе нравится? Конечно. Ну, это классно. Это очень классно. Ну, если хочешь, можно потом сиськи нарисовать, если так хочешь. Не, ну, можно потом просто их скинуть. Да ну, машок. Так, ребята, мы будем заканчивать. Сегодня у меня в гостях была Лена. Вот, да, смотрим. Скиньте ссылку на ее инст-модули. Подписывайтесь. Напишите большое спасибо за предоставление этой студии, красок, подготовки, всего этого. Потому что я нихуя не делал, кроме того, как просто приехал. Все это я приехал, Артур все это настроил, а я просто стоял, бля, я собрал, мне похуй. Там, кстати, черкаши не смывались. Ну похуй, это вот и туалет забился. Типа, серьезно, бля, Артур, да. Ёбаный рот. И я пока никуда не делал, просто настроение. Чисто покакать, да? Спасибо Артуру за настройку, Лене за предоставление такой резюки, потому что для меня это первый опыт. Надеюсь, вам он понравился, потому что я хотел что-то новое показать на Твиче, не знаю, но для себя так точно. И для вас. Мне главное, что предлагаем понравилось. Ну да, им понравилось, поверь, им понравилось, я уверен. Сколько клипа увидит, ебанешься, весь YouTube будет в этом. Я в этом уверен. Я хотел вам показать что-то новое, и оно получилось охуенно. Так что дальше будут еще больше экспериментов, что-то интересное показывать, а не просто сидеть в руках, так сказать, дома. Бля, как там меня на вопросы отвечать. Мурчит живот, я тоже, кстати, проголодался после зальчика, так что надо кушать. Все, мы будем закругляться. Всем спасибо за стрим. Всем пока. И увидимся с вами. Уже завтра мы будем играть Креница в КС. А на выходных будет ИРЛ. Все, всем пока. Подписывайтесь на Лену. И на меня подпишитесь. Да, добейте 400к. 400к. 400к сообщиков. Человечку. Художнику. Бензин и мэру. Так, сейчас мне надо зайти. Можно сегодня? Так. Мне надо... Подождите, пожалуйста. Я хочу дать рейд. И напишите, чтобы человек научил меня играть. Правильно? Ну, покажи мне ник. Покажи мне телефончик. Пала. Все! Передайте им парень привет. Я хочу его завтра позвать в КС. Я думаю, он мне поможет в этом. Чтобы он меня научил играть. Всем пока. Помахай ручкой. Пока. Дайте мне мою.